Рыба-кит, папа рисует. Да. Привет, ребят. Привет, ребят. Вы на канале Рыба-кит. Меня зовут Ваня. Это Павлик. Да. Говори привет. 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 Ему сколько лет? 4. 4, и он почему-то кривляется. Но он не всегда кривляется. Он довольно умный парень, сообразительный. И сегодня что мы будем рисовать? Ягодки. Ягодки, вишенки. Хватайте фломастеры. Вот тебе фломастер. Вот мне фломастер. Опа! Ох, еле успел схватить. Рисуем? Давай. Рисуем вишенки. Смотри, Павлик, я рисую. Вот здесь я тебе точечку поставлю. Где мы рисуем первую вишенку? Смотри. И вот так вот рисуем большую вишенку. Давай, хватай. И старайся вот такой кружок завернуть с попкой. Да-д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 а. О, вау! Вау! Мяу! Ты котик. А здесь еще один. Вот так. И он даже вот отсюда рисует. Вот отсюда, сюда большой такой. Вот сюда. Да. А здесь так доделывай. Ай, ну вот так, наверное. Да, вот так. А здесь рисуем что? Глазки. Кружочек, кружочек. Ну, такие веселые будут вишенки, да? Кружочек. Ну, у тебя и глазастые. И еще кружочек, и еще кружочек. И эта вишенка тоже с глазками, да? Отлично. А теперь нарисуем ей улыбочку. Улыбочку. Улыбочку нарисовали. Теперь нарисуем... Не хватает листиков. Листиков. Смотри, нужно веточки сначала нарисовать. Сюда и сюда. Идут веточки. Вот отсюда идут сюда. И вниз. Да, а теперь листики. А листики вот здесь вот так можно нарисовать. Вот так они влезут. Сюда и сюда листики получится. Два листика. Да-да-да-да-да. Ты стараешься, стараешься, Павлик, хорошо. Мяу. И вот здесь сюда доведи тоже. Мяу. Отлично. Давай, теперь будем раскрашивать. Они у нас какого цвета будут? Мяу. Красные, яркие, яркие, красные. Мы все закрасим красным. Мяу. Яркие красные рисунки у нас часто получаются. В следующий раз нужно рисовать что-то обязательно не красное, Павлик. Мяу. Да? Мяу. Ну только ты не вылезай за края. Ты старайся ровненько раскрасить. У нас все-таки вишенки. Котики любят вишенки. Мяу. Как? Мяу. Ну сегодня ты вообще в кота превратился и не хочешь ничего говорить, кроме мяу. Да. Ну, любят, да? Мяу. Любят. Но я знаю, что котики-то не очень вишенки любят. А вот Павлик все лето ходил у нас в сад и кушал наши вишенки, которые росли у нас на дереве, да? Было вкусно? Да. Да, а еще мы малинки кушали, но уже отцвели малинки, да? Уже и вишенки отошли, да? Жалко. А то мы очень любим покушать ягодки, конечно, но они быстро заканчиваются. Да? Старайся, старайся. Да, потому что мы быстро не вот едим. Кушаем мы довольно быстро и много. Ягодки сладкие, нам это нравится. Отлично, Павлик раскрашивает. Раскрашиваем мы, ребят, масляной пастелью. Мы стараемся раскрашивать побыстрее, чтобы не тормозить. Потому что если вы не успеете за 5 минут, вы устанете, вам надоест. И вы скажете, о, я не буду это рисовать. Ля-ля-ля, это как скучно и долго. На самом деле можно все раскрашивать быстро. Смотрите, я быстро раскрасил, но я вроде постарше, умею быстро раскрашивать. А Павлик старается, у него даже язык не достается, потому что он когда рисует, он такой... Вот так делает. Отлично, теперь зелень. Зелененьким покрасим наши листики. Листики. Вот зелененькие. Мяу. Листики. Листики. Зелененьким мяу. Покрасим листики. Листики. И второй тоже листик. Не влезаешь, да? Не влезает, Павлик. Ну ты сильно наклоняешься, ребятам не видно, как ты что рисуешь. Ты вот так вот, да. И вот это вот покрасить тоже. Мяу. Мы отлично рисовали такие ягодки. Еще бывает черешня, а бывает вишня, да, Павлик? Ты вишню любишь больше или черешню, скажи? Черешню и вишню. И вишню, и черешню. Молодец. Теперь возьми темно-зеленый и подкрась зеленый. Вишню. Вишню, а я больше черешню люблю. Она такая сладкая. Вишня, она такая с кислицой. Ну, тоже вкусная ягода. Вот я возьми люблю зеленый. Черешню. Черешню. А еще ты любишь клубничку. Я люблю больше черешню. Я тоже люблю черешню. Раскрашивай зелененьким. И черненьким глазки нужно довести же, понимаешь? Закрась зеленым побольше, побольше, Павлик. Совсем плохо закрасил зеленым. Постарайся побольше закрасить зеленым. Посмотри. Ну не так сильно, но так, чтобы было видно. Вот я уже нарисовал. Вот тебе черненьким закрась наши глазки. Глазки, глазки, глазки.
И у нас... ротик какой будет? Ну, ротик тоже можно черный. Что, что такое? Чё? Что? У него палец. Палец запачкался. У художников всегда грязные ручки. Их можно вытирать платочком или тряпочкой. Ребят, если вам нравится, когда мы рисуем для детей 4+, приходите к нам каждую неделю. Мы будем рисовать с Павликом. Я да? Котенок, ты... Котеночком, а я волк. Я кот, наверное, а ты котенок. Подписывайтесь на канал, рисуйте с Павликом. Вот такие простые рисунки. Мне нравится, что Павлик нарисовал. Он очень старается. В последнее время он все больше и больше рисует и говорит: я хочу прийти порисовать на твой канал, рыбаки. Все, прощайся. Пока, ребят. Рисуйте и радуйтесь. Хорошего вам дня. Пока. Рыбакит, папа рисует.